А как я с матушки регистрации? Считается не натощак, после пирушки и тому подобное. Победительница разума и чести выкупила нас еси из плена. Благодарная поем на всяком месте, как первоапостольной Елене. Радуйся, святая регистрация, исходящая от уполномоченного. Радуйся ты, радостью возрадуйся, поклоняемой днем еси и ночью. Аще бы не ты вочеловечилась, мы бы человеки оставались. А теперь-то паки делать нечего, знать с тобой навеки повенчались. Через все верхах перетрубации, аки посоху хромаем мы с оглядкою. Радуйся, святая регистрация, мы у всех немолчная под пяткою. Восмердели наши раны гнойные, от испугов пали все в прострацию. На поклон пошли валы убойные продавать себя за регистрацию. Косоглазый идол Чингисхан нам ярлык правления дарил, рукополагал тогда епископ сам, всех, кого достойным находил. Ты пришла от скверн безблагодатная, ни кали да то ли и не бывшая, в сотворении проклята треклятая, за свободу совесть ослепившая. Скверна от набадок индульгенция, иереев трусость утопившая, без тебя священники не ценятся. Наш позор восходит до Всевышнего. Всем повсюду кажется мерещится, если дядя с нею повенчает, пусть такой смиряется, не мечется, даже Бог с тобой не разлучает. Всем свое ты иго налагаешь, в день венчания евнухом содеявши. Батюшка, ужель того не знаешь, то пожнешь, что деланием посеешь. 2 сентября 1983 года.